Здесь мы сталкиваемся с довольно сложной такой ситуацией, когда мы не можем четко проследить историю восточных славян вот до 6 века точно. И начиная с 6 века по 10 век, это период среднеобщеславянской общности, когда еще идет какое-то такое переселение славянских племен. Надо сказать, что мы уже к этому времени можем отнести и те упоминания, которые встречаются в повести временных лет,